Находимся в Беловском районе, поселок Бачата. Такое интересное место решили посетить. Читали в интернете, теперь решили заехать посмотреть вблизи, что это такое. Это место – одно из многочисленных нереализованных проектов времен Советского Союза. Планировали на реке Большой Бачат построить водохранилище для нужд бачатского угледобывающего разреза. Построили водонапорную башню с подземным тоннелем, дамбу. И в конце 80-х все строительство заморозили. А теперь это место, ну, такой туристический объект, кому интересно посмотреть. Такая махина из бетона построена. И через вот этот впереди холм идет туннель 100 метров на ту сторону. Зайдем, глянем, на диване не сидится. Да, и кому погода не страшна. Вот мы выбрали не сильно тропинка. Солнечный день. Тропинка протоптана, значит, люди здесь бывают. Так, спустимся. Угу. Там как раз два входа. Два входа, каждому по входу. Тут, конечно, глина. Нужно очень аккуратно спускаться. Октябрь, снег летит. Ноябрь уже, сегодня последний день октября. Опа. Что, так, что? Ты куда, налево или направо? Ну, я не знаю, там видишь, какая арматура торчит. Видишь, вот строили, да? Ой, боже, коробка, смотри. Пойдем заходить. Миллионы. Заходи слева, я справа. Давай здесь, там ширина. Ой, смотри, сколько их прям, они как это... Спрятались, вон тут миллионы. Ничего себе! Вот они сидят, уже коровки. Это не в спячках попали. Так. Ну мы на месте. Вот и в туннель пойдем? Конечно, пойдем. Свет в конце туннеля, видать же? Ну да. Как так не пойдем? Пошли. Эхо. Давай такие трубы там. Жутковато. Ну, пойдем. О, сидят в упоре коробки. Ну, пойдем. Темновато, под ногами глина. Что ж мы фонарик-то не сделали? Ну, так интереснее, наверное, еще. Без фонарика. О. Опора. Когда вместе будем светить, так лучше будет видно впереди. Да. Конечно, ощущения жутковатые. Не знаю, чем я это писалась. Но... Давай, идти, раз уже пошли. Интересно же. О. Обвал. Какой-то дальше это. Ого, как страшно. Ну, там дальше не пройти, там арматура, видишь, обвалилась недавно. Давай-ка мне обратно пройдем. Хватит этого, достаточно. Вернемся. Подгнивает от сырости, я обрушилась. Смотри, там палка. Я вижу, фонарь. А поверху, интересно, можно дойти до того края? Или через холм. Со смыслом. Ноги будем отмывать долго. Хорошо, взяли с собой вторую обувь. Подари, нельзя, глина свежая. Смотри, какие мои. Твои, мои такие же. Красота. Ой.
посмотрели, сходили на середину туннеля. Вход там обвалилась маленько, середина. Опасно. Открылись. Арматуру там. Опасно, не дали. Не стали дальше идти. Пойдем возвращаться. Так, пойдем до реки дойдем, посмотрим. Дойдем до реки, поглядим на воду. Левее река бежит. Нашли тропиночку. Там даже, слушай, пороги, камни такие, вода шумит, слышишь? Да. Метров 100 отсюда видно их. Шум. Даже местами замерзла. Ну и что? Зима близко. Вода голубая. А там впереди. Видать камни. Вода шумит по ней. Катывается. Ну все, надо заканчивать.